Андрей Никулин – филателист со стажем. Его коллекция сегодня пополнилась еще одной ценной маркой. Приобретением Андрей спешит поделиться с единомышленниками из других городов России. Им он рассылает письма с погашенной маркой FIFA. Правда, как нам пояснил филателист, это, строго говоря, не марка, а блок. Блок – это тоже марка, в принципе, но марка, которая выпускается на листе, она одна. И она окружена полями, которые, как бы, на которых размещена некоторая информация. Это такая же точно платежная почтовая марка, но только она чуть больше. Вот и все. На самом деле это еще не все. Марка FIFA имеет форму футбольного мяча. В центре изображен главный приз Мундиаля – Кубок мира. Марка выпущена ограниченным тиражом – 200 тысяч экземпляров. Еще меньше, всего 35 тысяч, было выпущено специальных почтовых конвертов с символикой FIFA. Ну и, конечно, особый штемпель. Сегодня серия гашений первого дня состоялась на почтамтах в 12 городах России, в том числе и в Сочи. Если марка погашена, то она уже не может использоваться в другом. Но она ценна сейчас тем, что это конверт штемпеля одного дня. Сегодня его до 22 мы гасим. На следующий день этот штемпель уничтожается. Больше вы его уже никогда не можете ни на что поставить, не увидите нигде. Погасить любую почтовую продукцию памятным штемпелем в Сочи можно будет сегодня до 22 часов. К слову, до конца 2015 года планируется выпустить еще три марки, посвященные Мундиалю. Так уже 1 октября выйдет марка «Россия на чемпионатах мира по футболу». Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.